Ахашки, мои любимые, вы на канале Avatar Family, и сегодня у нас будет очень интересное видео. Сегодня я вам предлагаю сделать магазин браслетиков. У нас в игре появились очень крутые браслетики, и самое классное, что нам не нужно будет их менять. А мы сможем просто взять вот так вот, смотрите, видите, вот такое вот действие, и снимаем эти браслетики. И чтобы одеть, нужно навести на пояс персонажику. Я сегодня хочу собрать все браслеты в игре. Просто сегодня будем ходить по всем локациям и здесь собирать браслеты. У уборщицы у нашей есть только перчатки. У вот этого вот дяденьки. Он без браслетов. Так, тут у меня паки всякие распакованные. У тети вот такие вот интересные золотые. У дворецкого нет браслетиков. Значит, давайте двигаться дальше. Следующая локация у нас деревянный домик. Ну а пока я хожу по разным локациям, вы не забудьте подписаться и поставить лайк. Я давно хотела провести с вами такой эксперимент. Я сейчас каждый, кто смотрит это видео, поставит лайк. Я потом зайду через 2 дня и посмотрю, сколько лайков наберется. Поэтому давайте. Так, у них не было браслетов. Я захожу в больницу. В больнице здесь, по-моему, даже ни у кого их и нету. Так, у девочки 3 вкладочки, у нее тоже нет браслетов. То есть у кого 3 вкладочки, тех он бесполезно проверять. 3 вкладочки, видите? В эмоциях там 3 точечки. Так, у нее только перчатки, у него нету. Значит, в больницу можете не ходить, в больницу не ходите. Что это за штучка? Баскетбольная площадка, сюда тоже можете не ходить, тут ни у кого браслетиков я пока что не вижу. Да, ни у кого ничего нет. И сейчас еще я вам сегодня хочу показать интересный баг. Тут у воспитателей, у 2 девушек очень крутые браслеты. У этой такой розовенький. Я, кстати, хочу еще с нее снять серьги. Да, у меня сейчас серьга на одно ухо, в реальности у меня как бы нет сережек. А тут, ну, типа... Делаю себе серьги под луки. Вот, поэтому. Теперь я предлагаю загрузиться вот в этот новенький магазинчик. У девушки нет, у мальчика тоже нет. У этого мальчика у него только что-то, какая-то штучка. Вот у этой девочки очень красивый браслет. У нее нету. Так, у него очень красивые браслеты. Или это она вообще... Непонятно, у нее вроде как хвостики, но глаза без ресниц, значит мальчик. Я, кстати, да, я так определяю, глаза с нересницами девочка, глаза без ресниц мальчик. Да, поэтому тоже можете, в принципе, так, это мальчик, у него нету, физрука нету. Вот, видите, ну тоже вроде как девочка, но глаза без ресниц у нее. Вот такие часики. Так, вот у этой девочки, у нее, по-моему, с ресницами глаза. У этого мальчика тоже интересный браслет. Еще он такой грустный. Мне вот очень интересно. Наверное, потому что кто-то еще до сих пор не подписался. Давайте, давайте, быстрее, быстрее подписываемся. Так, мальчик, у тебя нет браслетов. У девочки... А, это у мальчика. У мальчика есть браслеты интересненькие такие. Из редактора, кстати. Мы потом еще сходим в редактор, проверим. Так, у него с шипами браслеты. Так. Вы, кстати, напишите в комментариях, может быть, я у кого-то забыла снять браслеты, поэтому вы обязательно пишите. Я потом еще также в следующем видео, значит, дополню наш магазинчик. Так, тут у нас ни у кого ничего нет. У этой девушки тоже, вернее, учителя. Теперь загружаемся. Я еще забыла сходить в столовку. Там у нас тоже есть очень классные браслеты. Так, тут у нас чатики черненькие. У нас, кстати, их будет потом в конце очень много. Вот такие вот тоже интересные браслеты большие. Я вот сегодня хожу с такой большой коробочкой. Так, ого, девочки тоже интересные. Так, сделаем просто какие-нибудь позы. Нет. Давайте тогда сходим в зоомагазинчик. Так, тут у девушки нет браслетов, у нее тоже нет браслетов. У вас, девушка, нет браслетов, у него нету. Так, у питомцев нету браслетов, ну, думаю, что питомцы не носят браслеты. Вот, у мальчика браслеты. Ну, я сегодня прям все-все-все соберу. Вот у этого дяди, у него очень классные часы с собачкой. У них нет браслетов, у нее нет браслетов. У него вот такой интересный, ой,
у него бирюзовый. Я уже вижу браслет интересный. Или это она? Непонятно. Тут в аватаре очень много таких персонажей, где не поймешь, он это или она. Вот, у нее интересные браслеты, у мальчика и у девочки нету. Так, дальше. В йога-студии ни у кого нет браслетов. Тут еще появляется такой дядечка, вот он с браслетами. Если он у вас появился, то можете с него снять. У мальчика интересный коричнево-розовый браслетик, у пианиста нет браслетов. Так, тут больше вроде никого не... я не вижу. Дальше идем в пекарню. В пекарне у нас у дяди черные часы. Давайте тоже их вот так снимем. У девушки нет. О, а тут есть позы, да? Я и не знала. Если вы тоже не знали, то ставьте лайк. Я вот, например, не знала, что тут есть позы. У кассирши, у нее же... А что она сделала? Что она сняла? У нее же не было браслетов. И куда она их сняла? Я вообще не поняла. Если вы поняли, что там происходило, обязательно подписывайтесь. Ой, это я случайно сняла свои браслеты. Но я сегодня в них. Все. Так. Заходим. Куда это? А, в клуб. В кейп-хоп-клуб. Смотрите, как они за смешного ускорки танцуют. Смотрите, я чуть-чуть ускорила видео. Вот у этого мальчика, кстати, прикольные браслеты. У девушки нет браслетов. У нее черные часы. Тут, о, тут оказывается... Ну, тут я знала, в принципе, про позы. А вот там в пекарне я реально не знала про эти позы. Напишите где-то, где еще есть прикольные позы, анимации. Тут нету у мальчика. О, у мальчика с шипами интересные браслеты. У нее тоже очень красивый, мне нравится. У него нет. Прикольный браслет у кассира также есть. Смотрите, вот такой вот. У нее только перчатки. Давайте на второй этаж двигаемся. Здесь у нас ничего нет. Они же переместились. Они же не тут сначала были. У него, кстати, прическа на кое-кого похожа. У вот этой вот девушки прикольные браслеты, и у мальчика, в принципе, тоже. Но он мальчик, так сказать, девочка, потому что у него глаза с ресницами девчачьи. Так, у этого персонажа нет. Это я вообще не понимаю, кто это. Это тоже какой-то неизвестный персонаж. У нее гульки и хвосты. Вот у этой девушки интересный тоже браслетик. У него нет браслетов. А, так, тут у нас господа безбраслетные ходят. Тут у нас посетители тоже безбраслетные, я так понимаю. Да, короче, тут у нас в бургерах никто браслеты не носит. Тут у нас господа безбраслетные только. А жаль. Ладно. Идем дальше в магазин кроссовочек. Тут что у нас есть интересненького? Тут у девушки интересный браслет, кстати. У мальчика. О, тут мои туфли. У девушки-кассира тоже был интересный. Тут... Что у нас? Тут у нас, по-моему, одни господа безбраслетные. Понятно, все с вами. Не носите вы браслеты. А вот у этой вот девочки с синими волосами, по-моему, у нее была татушка. У кассира тоже прикольный браслет. Вот я не помню, у нее была или нет. Тут у нас одни господа безбраслетные. Вот у девочки с синими волосами, по-моему, в магазине в том, была татушка. Ну, я, честно говоря, не помню. У этой я часы сняла. У него вот такой прикольный браслет, мне он очень нравится. У него тоже такие интересные. Так, они тут спят, только у мальчика есть. Так, тут у нас художные персонажики не обновились. А с кетчупом есть действия, я тоже не знала. Представляете? Сколько у нас еще неизученных действий. Нужно будет как-то сделать ролик, изучаем все действия в Avatar World. Смотрите, у нее нет браслетов, но есть вкладочка «Снять браслеты». Что же это такое? И она снимает, и у нее вот эта вот пыль на руках пропадает. Что за баги? Вот разработчики, исправьте, пожалуйста. Кстати, у нас пропала возможность умножать нарядики в детском саду. Я знаю другой прикол, так сказать, баг. Если хотите его узнать, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий, что вы хотите об этом узнать. Я тем временем уже на вокзале. Сюда тоже можете не ходить, тут браслетов нету. Тут одни у нас господа безбраслетные. Тут у нас, по-моему, тоже ни у кого браслетов не намечается. Да, сюда тоже можете не ходить в локацию с палаткой.
Тут у нас вот этот, у него девчачьи губы. Губы, которые мы девочкам обычно делаем. Вот что это такое, неизвестно, неизвестно. Для мальчиков там есть другой рот. Смотрите, он тут как будто бы в воде стоит. Интересно, интересно. В театре очень прикольный браслетик вот у этой девочки. Такие золотые браслетики у нее. Кстати, вот под этот лук могут и подойти. Кстати, у меня вот такие сегодня золотые кроссовочки из обуви. Просто дополнила, так сказать, лук. И в этой локации, в этом лагере, где я делала дом эльфов. Кстати, кто не смотрел это видео, можете найти на канале. Оно называется «Алису дочерил Дед Мороз». Вот так вот. Тут я хочу еще взять серебряный браслетик. И если там кто-то не смотрел прошлое видео, обязательно переходите на канал, смотрите. Я буду делать именно магазин браслетов вот в ковальном магазинчике. Но не там, где его делают все. Я буду делать в самом конце. Я еще, кстати, дополнительные витрины доставила. Давайте повторочки будем вместе складывать. Ну так. Вот такие браслеты, розовенькие, интересненькие. Вот такие вот браслеты, как жвачка. Золотые, интересные, розовый. Черный давайте сюда, чтобы его было видно. То там, в принципе, темно, его не видно. Повторочки, еще одни повторочки. Кстати, очень много повторок. Вот тоже. Серебристый. Вот такой интересный. Часики. Давайте часики вот сюда вот положим. Ну, это ж типа электроника. Ого, сколько много черных часов. Я даже не ожидала. Часы с собачкой уникальные из зоомагазинчика. Кстати, составлю как-нибудь лук именно с этими часиками, хорошо? Если ждете от меня такой лук для видео, тоже обязательно подпишитесь и поставите лайк и напишите в комментариях. У меня еще очень много места осталось, и я решила вот так вот эти вот браслетики, которые повторочки, немножечко разложить, чтобы занять все место. Вот, вот так вот давайте, наверное, даже. Вот сюда вот на полочку. Так, ой, а ты что, не хочешь теперь сюда ставиться? Кстати, дополнительные полочки я взяла из рождественского набора. Также вы их можете взять из нашего нового пака и из хэллоуинского. Давайте еще я хочу посмотреть. Ой, я исключительно огурцы надела. Хочу посмотреть. А, ну тут все браслеты из креатора, все, которые у нас уже есть. Только вот этих вот нет. Давайте тогда возьмем эту девочку. Так, какую я делала? Не этой. Значит, вот этой. Давайте вот с нее снимем. Это даже перчатки, это не браслеты, вы представляете? Смотрите, какие красивые. Мне очень нравится. Давайте вот сюда вот положим. Да, вот так вот. Вот этот вот сюда вот. Ой, эта штучка постоянно прыгает. И вот этот серебристый. Ну, по-моему, очень красивый магазинчик получился. Я собрала все браслеты Avatar World. Если где-то забыла, то вы напишите в комментариях. Вот такой крутой магазинчик. Я очень рада, что он у нас такой интересненький получился. Давайте еще для полного удовольствия вот сюда вот вставим этот пазл и получим подарочек. Кстати, кто не знал еще, потому что у меня очень много было вопросов в комментариях насчет разных секретов, например, как сделать две кровати и тому подобное. Я обязательно сниму такое видео и все для вас расскажу. Вот, звездочка. Давайте просто все вот сюда вот соберем, чтобы это у нас красиво смотрелось. Ну, подарок просто можем убрать или кому-то подарить. Вот. У нас выпадает подарочек, в нем шапочка-котик. Просто там уберем. Но магазин у нас очень крутой получился. Мне он очень понравился. Можете тоже делать такой же. Можно также делать в другой части кавайного магазинчика, там, где у нас лежат эти украшения, висят шапочки разные. Ну и на этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Я вас всех очень люблю. И всем пока-пока. Вы у меня самые лучшие и умные зрители. Всем пока-пока.